Пионы являются многолетними растениями и могут произрастать на одном месте в течение десятков лет. Эти цветы – отличное украшение на любом садовом участке и благодаря этому приобрели широкую известность у многих дачников. Растения начинают готовиться к цветению уже осенью, поэтому их подготовкой необходимо начать заниматься уже сейчас. В течение осени корни пионов берут из земли самые полезные для себя вещества, однако самим растениям не справиться, им необходима помощь. Особенно это важно в том случае, если растение произрастает на одном месте на протяжении нескольких лет. Осенью пионам крайне необходимы подкормки на основе фосфора и калия. Внесение удобрения происходит в два этапа – до обрезки с помощью минеральных удобрений и после нее органическими удобрениями. В качестве минеральных удобрений на 1 квадратный метр почвы рекомендуем следующий набор – 30 граммов суперфосфата, 20 граммов калимагнезии, 50 граммов монофосфата и 20 граммов сульфата калия. Отметим, что подкормку желательно производить примерно за 40 дней до первых осадков снега. После обрезки проводим подкормку органическими удобрениями. Здесь также можем порекомендовать следующий набор. 8 кг компоста или перегноя, 150 грамм костной муки на куст и 200 грамм древесной золы в сухом виде или в виде раствора. Если осень выдалась сухой, то дополнительно проливаем кусты водой. Следуя нашим советам, вы поможете своим цветам пережить зиму, после которой они будут радовать вас и окружающих своей красотой.